Около 40 сортов меда, 11 видов халвы, конфитюр и лекарственные травы. Все это жители Петропавловска могут попробовать и купить на сладкой и полезной ярмарке. Сегодня она открылась во Дворце молодежи. Оценить лакомство смогла и моя коллега Жансулу Тастемирова. Мед, конфитюр, халва, травяные сборы – все натуральное. Это изобилие собирали с разных уголков России. Башкортостан, Алтай, Дальний Восток, Краснодарский край и другие регионы. Мы приехали из города Челябинск. У нас представлены на ярмарке натуральные конфитюрчики, которые готовятся на водяной бане. То есть витаминки сохранены, они не варятся, с низким содержанием сахара. Считается диетическим продуктом. Еще на нашей ярмарке представлен лучший производитель российский Азовского города халва в ассортименте 11 видов. Ну и также разные пчелопродукты, перга, пыльца, прополис. Лучший подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Действительно, это лакомство радует не только сладкоежек. Известен он своими полезными свойствами, так как эффективен при лечении многих недугов. Наиболее популярным относятся, как правило, сорта, которые более лечебные, которые уже конкретно лечат заболевания. Ну, это, например, с натуральными какими-нибудь пчелодобавками. Такой, как вот мед с прополисом. Липовый мед, в него сделана стоечка прополиса, добавлена в мед. То есть лечит все противовоспалительные заболевания, язвы, гастриты, простатиты. Применяется как наружное средство. Ангина лечится буквально с чайной ложки. Все, что есть на прилавке, можно пробовать. Мед на свой вкус найдет даже самый избирательный покупатель. Сладкий, с горчинкой, ореховый, ягодный. От множества видов разбегаются глаза. Разные здесь и цены. Самое демократичное на мед из подсолнуха и расторопши – 1500 тенге за килограмм. Самый дорогой сорт на ярмарке – мед с пергой. 6500 тенге за килограмм. Это мощный иммуностимулятор. На вкус напоминает шоколад. А вот эти три вида удивят не только своим цветом, но и сладким витаминным вкусом. Это мед с малиной, клюквой и черникой. Всего здесь около 40 видов полезного лакомства. Есть и самый настоящий – мед в сотах. Это единственный сорт, который не научились подделывать. А вот и первые покупатели. Сделать выбор непросто. Здесь все очень вкусно. Всем советую попробовать прийти и приобрести, конечно, потому что на самом деле мы так все думаем, что мед у всех, ну, все одинаковое. А так, если прочитать вот аннотацию, которая написана вот при каждом сорте, написано, что одно от чего-то помогает, другое от третьего, например. Это большая возможность, так сказать, прийти, опробовать и приобрести. Ярмарка очень понравилась. Здесь столько всего полезного для здоровья. Узнала много интересного про мед, о его свойствах. Всем советую прийти. Ярмарка будет проходить с 21 февраля по 5 марта во Дворце молодежи. Это бывшее здание развлекательного центра метро. Прийти сюда можно в любой день с 10 утра до 7 вечера. Жансулу Тастемирова, Жолдузбек Ермуканов, новости МТРК.